Добро пожаловать на канал Hardware.info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Honor 8A изменить рингтон. Заходим в настройки. Звуки. Мелодия вызова первой сим-карты. И выбираем любой рингтон. Выберем саксофон. Можем также выбрать мелодию для второй сим-карты. Абсолютно любую. Как видите, мелодии поменялись. На этом, собственно, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!